Базар 11 представляет. Добро пожаловать на канал БЗРТ номер 1. В этом выпуске понемногу о Windows 95 Build 345. Следующая бета-сборка. Если честно, по сравнению с 342 сборки и 337 сборки, за исключением, конечно, загрузочного экрана, в принципе, ничего нового не добавили, по сути. Могу показать ряд исключений. Его документация. И что можно обнаружить? В документации Windows 95 Beta Release Notes теперь обозвали просто Windows 95 Final Beta Release Notes. Они бьют какой-то там 300 с чем-то. В прошлой сборке там указали build 342, сразу указали, а тут просто Final Beta Release Notes. И ничего подобного. Портфель, корзина. Короче, Windows 95 идет семенинными шагами, по сути говоря. Те же самые функции касаются игры, например, Solitaire. Играть можно с удовольствием. Эти сборки, по сути говоря, временные. Сборки 400 с чем-то, они бывают навсегдашные. Например, 405-я сборка. Помню, запускал еще и 431-ю сборку. Запускали на ура и в сегодняшних датах, можно сказать. Медиаплеер, по сути говоря, можно сказать то же самое, даже системные утилиты. Ничего нового не привнесли. Попробую гипертерминал открыть. И тот же 1994 год. И те же функции, которые представлены. И что касается 345 сборки. Даже панель управления. Не удивляйтесь в том, что все то же самое. Просто не удивляйтесь. Заставки те же самые, по сути говоря, и так. Windows 95 идет семенинными шагами. Все по-классически, проводник, мой компьютер. Все функции доступны. Можно смотреть даже наши предыдущие ролики на нашем канале. Подробно может быть и расписано, что в прошлой сборке, что в ранних сборках. Могу показывать. Это все, что есть, все то же самое, по сути говоря, и есть. На этом все. Большое спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Это очень важно для развития канала. Всего доброго и до свидания.